Патриарх подвел итоги православного конкурса. В рамках официального визита в Саратов глава Русской Православной Церкви встретился с участниками и организаторами фестиваля «Православная инициатива». Он был организован в рамках партнерства Министерства социального развития и священнослужителей. Финалистами конкурса стали 43 человека. Среди них матери-одиночки, дети-инвалиды и сотрудники Министерства социального развития. По словам организаторов, для участников этот конкурс стал прекрасной возможностью для реализации творческих талантов.